Друзья, всем большущий привет! Сегодня я вам хочу рассказать, почему опытные водители всегда возят с собой в автомобиле кусок хозяйственного мыла. Обычный кусок хозяйственного мыла можно вот таких размеров, не обязательно здоровый возить. Допустим, у вас обмылок дома остался, положите его в пакетик аккуратненько и уберите в машине в бардачок, либо под сиденье, либо еще куда-нибудь, где оно вам не будет мешаться. Но в один прекрасный момент оно может вам пригодиться и выручить вас в очень серьезной ситуации. Большинство автомобилей оснащены металлическими баками, и у легковых автомобилей практически все идут без защиты. То есть, если вы едете по плохой дороге, либо где-то на природе и случайно баком задели об камень, либо об выпуклость на асфальте, то это может привести к трещине и, как следствие, утечке топлива. А если вы находитесь где-то далеко, например, где нету других людей, которые могли бы вам прийти на помощь, рассудки ходит автомобиль. Что вы будете делать? Топливо у вас вытечет, и вы никуда не сможете уехать. Поэтому вот в этой самой ситуации вам на помощь придет обычный кусок мыла. Если вы обнаружили трещину и течь в бензобаке, просто возьмите кусок мыла и втирайте в эту трещину. Тем самым вы перекроете временно утечку бензина и сможете добраться до какого-нибудь населенного пункта, где уже в последующем отремонтируете либо замените свой бензобак. Кстати, данная процедура также поможет, если у вас на автомобиле установлен пластиковый бак. Ни для кого не секрет, что большинство современных автомобилей уже идут с пластиковыми баками. На предмет удара они, конечно, крепче, но также могут получить пробоину при сильном ударе и тем самым вылиться из него все топливо. И поэтому, друзья, еще раз повторюсь, не поленитесь положить кусочек хозяйственного мыла у себя в автомобиле. Ну а на сегодня у меня все. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео будет вам полезным. Если понравилось, обязательно поддержите меня лайком, подпишитесь на канал. Ну а на сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока.